Что, всем доброго ужина. Я сегодня доедаю супик. Супик, как всегда, положу майонезика, ежика. Пью. Вот так помешаем. А нас, представляете, опять снег валит. Эх, снежинки. Вот как-то так. Всем приятного аппетита. А кому неприятно, тоже приятного аппетита. Ох, вкусный супец. Горяченький. Сейчас остужу. Супец я буду жареным батоном. Сейчас, короче, делаю пирог с вареньем, со смородиной, ну, который будет со сметаной. Что там, стакан кефира, стакан варенья, муки. Соды. Соды по вкусу. Кстати, не, сахара там не надо. Он же сладкий, варенье. Вот. Потом берем сметану, берем сахар. И все это смешиваем, получаем крем. И обмазываем торт. Можем ягодки положить. Можно клубничку положить. Вкусный, кстати, супец. Ну, супец тоже простой. Лапша, курица, картоха. Лук, морковка. Это как получается не пирог, это тортик получается. Так, время получить мало в рынке. От моего винегрета еще остался крошек. Я люблю очень этот. Бульончик от горошка. Холодненький такой, вкусный. Не то, что суп горячий. А вообще я люблю горошек. Горяченький. Подуть надо.
знаю, что хотел привет Ольге Юрьевне передать. Где-то вы, Ольга Юрьевна, потерялись. И Галине Юрьевне. Виталик где-то потерялся. Хоть бы, Виталик, отпишись, где ты. Где ты? Напиши, дорогой мой Виталик. Что, сегодня снег почистила, почистила, постиралась, постиралась. Кстати, знаете, у стиральной машины косяк. Она когда хочет, выжимает, когда хочет, не выжимает. Так что напишите, пожалуйста, почему и что такое. Не, масс мастера вызвать. Дашка где-то потерялась. Дашка, ты где потерялась? Хотела еще банан съесть, но ладно, уже не буду. Ну ладно, мои дорогие подписчики, всех с наступающим, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, всем пока.